Сейчас мне надо вон туда тогда встать. Да. Что там? Выбагрил. То есть подцепил. Ага. Это что такое? Чебачок. Выбагрил ельца, друзья. Бля, куда мне его закинуть? Там, может, найду потом. Да, тут окунь стоит стопудово. А что, он есть или нет? Так он ест, ты не видишь просто. Ты что? Ты этого просто не видишь. Кидай, кидай вот так, как я. Кидай и води. Просто не стой. Чем больше ты забросов сделаешь, тем у тебя вероятность поймать рыбу больше. Да какая разница? Наоборот, на него должна идти рыба.
Надо, чтобы вода сильнее упала. Чтоб трубу целиком видно было, и чтоб с трубы вода текла. Тогда здесь будет вот такое окно, а здесь стоять можно будет. И будет круче. Кидай, кидай. Куда кинул? Да. Да это карась. Карася-то хуй с ним. А щука, окунь, здесь они. Вот тут с утра бы вообще пиздец было. А? Так, ну-ка я попробую в озеро кинуть. Может, там окунёк пойдёт.